Рыбалка – замечательное времяпрепровождение. Полезно для здоровья и успокаивает нервы. Только отправляясь на речку весной, нужно помнить несколько правил. Юрий Шворнев рыбалкой увлекся на пенсии. Для него это просто хобби. На речку берет с собой обычный спиннинг. Бывало, на каме ловил язи и леща. Правда, сегодня почему-то не клюет. На воздухе, да, хорошо. Все бы только клевал, поймай, все бы лучше было. А не клюет, считают, из-за браконьеров. Тех, кто использует сети и электроудочки. От них реке только вред. В рыбоохране отчасти с пенсионером согласны. К водоемам нужно относиться бережно. Особенно весной, когда рыба идет на нерест. Поэтому с 25 апреля по 10 июня для любительской ловли вводятся ограничения. Приходить к речке можно только с обычной удочкой и не больше, чем с двумя крючками. Иначе штраф от 2 до 5 тысяч рублей плюс возмещение ущерба, который нанесли реке. Ежедневно будем выезжать в рейды совместно с сотрудниками полиции, также совместно с сотрудниками ЮРС. Район патрулирования у нас будет Кубское водохранилище, также Нижнекамское водохранилище и все реки, прилегающие Кубское водохранилище. В прошлом году во время операции «Нерест» было составлено около 200 протоколов. Заведено порядка 6 уголовных дел. Евгения Корбакова, Евгений Лызаев, Новости НТР.